Хорошие первые таймы, потом вы смотрели, что случилось. Когда проиграешь, тяжело, каждый раз тяжело. У нас очень трудно. Мы потеряли много игроков с травмой. Сегодня Трутко играл тоже с травмой. И у нас нет другого игроков, что ему можно поменять, когда мы хотим сделать помену в процессе игры. У нас сегодня тоже два игроков на скамейку. Два игроков Эсатов и Макас. Другой все молодежь. Так не можем работать. Спасибо за комментарий. Может, тогда вопрос? Спасибо.